Друзья, сегодня я хотел бы с вами поразмышлять и подумать, насколько близко мы подошли к последнему времени. Но давайте посмотрим на то, что происходит в этом мире. Все очень просто. Посмотрите, как потихонечку закручивают гайки, как мировые правители на всех уровнях начинают давить, это хорошее слово, на людей, чтобы они принимали то, что мы знаем, да? Друзья, в транспорте не проехать, по улице не пройти, в определенные места не зайти. Что это такое? Это маленькая подготовочка к чему-то большему и худшему, да? Это тест человечества, проверка на то, что скоро произойдет. И, в принципе, люди, я вам скажу, даже неверующие, в принципе, это и так понятно. То есть это несложно, ну, как бы это увидеть. Даже те, кто не читают Библию, даже те, кто не знают, видно, к чему мы приближаемся. Сколько лет еще пройдет с той поры, неизвестно. Сколько нам еще отпущено Господом, все в руках Господа. Но то, что нам надо быть готовыми, готовыми к лишениям, готовыми быть гонением, да, к тому, что очень скоро произойдет то, чего, наверное, все мы боялись или боимся. Когда мы просто будем отключены от всех благ и цивилизации этого мира, да. Поэтому, друзья, это серьезные жизненные вопросы, которые нам нужно задавать. Конечно, мы не знаем, что с нами случится завтра, но мы должны, по крайней мере, говорить об этом другим. Мы должны, по крайней мере, рассказывать это другим поколениям, чтобы люди знали, чтобы дети наши знали, чтобы внуки наши знали, да. И пусть книга эта, то есть Слово Божие, не отходит от уст и от глаз наших, но чтобы мы постоянно пребывали, постоянно читали, постоянно искали Господа в молитве, постоянно бодрствовали, да, старались жить чистой и святой жизнью, друзья. Это очень важно в наше последнее время, потому что время очень близко. Что мы видим? Какая будет система внедрена в последнее время, друзья? Ну, это не секрет, и если мы откроем книгу Откровения, 13 глава, в принципе, там все детально написано. Подходим ли мы технически к этому времени? Да, подходим. Да, подходим, друзья. И это, в принципе, видно. Уже видно, как все это происходит. Поэтому, честно говоря, рассчитывать на то, что тебе помогут врачи или поможет правительство, или сделает тебе... Да, если ты примешь все условия правительства, присягнешь верности, примешь начертание, клеймо на лоб и на руку. В будущем, я не говорю, что сейчас это происходит, в будущем, пока сейчас только это тренировочка, то какие проблемы? Какие проблемы? Конечно, тебя правительство будет обнимать, тебе правительство будет давать льготы, будет давать все привилегии. Для чего все это делается, друзья? Почему такой сыр-бор, да? Почему люди так, вернее, правительство стран так обеспокоилось из-за какой-то вирусной инфекции, да? Потому что, смотрите, даже виртуально, даже технически человечество уже готово, интернет развивается, людям навязывают в то, чтобы люди сидели в интернете, да, учились удаленно. То есть, что это происходит? Происходит, я вам скажу, что происходит. Происходит то, что людей приучают к тому, чтобы ты был зависим от интернета, от смартфона. Все проплачивал онлайн. Тут убивается два зайца, друзья, но это же видно. Друзья, это же видно, что убивается два зайца. Первый заяц, это тебе навязывают чувство контроля, чувство страха, что ты не можешь никуда ходить, никуда зайти, ничего купить, что ты вынужден, там даже некоторые говорят: Дима, а можно купить бумажку, вот, ту или иную? Друзья, ну, с одной стороны, да, правительство к нам несправедливо, и мы можем пойти на такой, ну, если так логически подумать, что тут такого, да, потому что помните, когда римский воин растянул Павла и готов был его наказать,
А Павел ему говорит: у меня, я римский гражданин, какое право ты имеешь меня без суда бить? А римский этот гражданин сказал, помните, что он сказал: я купил это гражданство за большие деньги. А Павел, апостол Павел говорит: а я и родился в нем. Друзья, с одной стороны, вроде бы как логически можно оправдать покупки, например, тех же там бумажек каких-то, да, чтобы тебя пускали. Некоторые ездят даже без бумажек, просто помолились и ездят, потому что им надо ехать. Потому что если карантин уже месяц и больше месяца продолжается, то что делать? А если человек, допустим, по религиозным убеждениям не хочет вакцинироваться, то есть это его право выбора, конституционное, какие проблемы? Вот. Поэтому он вынужден идти на вот такие вот ухищрения и нарушения. Нарушение с одной стороны, нарушение, в принципе, с другой стороны. Вот. Но смотрите, что происходит. Происходит просто тупо контроль. Контроль человечества на всех уровнях, по всему миру, во всех цивилизованных странах. Друзья, навязывается чувство, что ты должен это делать. Причем предлагают это все бесплатно, да? Но бесплатно, как мы знаем, только сыр в мышеловке. Поэтому будьте осторожны здесь со своим выбором, будьте осторожны, потому что если сегодня, многие мне так и пишут, говорят: Дима, но если сегодня люди принимают укольчик, то завтра они примут антихриста, потому что все то же самое будет, и те же самые будут вещи происходить. Поэтому, друзья, будьте осторожны, будьте внимательны. Не клюйте на все, что вам рассказывает правительство, да. Потому что, например, у меня сестра в Голландии, там более 80% людей вакцинировано, и тем не менее у них там объявляют опять карантин, опять куча заболевших, опять проблемы, короче. Если бы вакцинация решала все проблемы, то, друзья, то уже бы все бы давно в мире выздоровели. Вакцинация не решает всех проблем. Поэтому вот вам и ответ. Уже многие страны, почти все, там почти 90% вакцинировались, и тем не менее у них опять объявляют локдаун и карантин. Вот. Поэтому, друзья, смотрите, что происходит. Постепенно мировое правительство вводят специальные такие правила. Новый мир начинается, новые требования, новые правила жизни, да, без которых ты просто не сможешь скоро в этой жизни функционировать. Поэтому, друзья, нам нужно иметь запасной план Б, или же просто сидеть, голодать и умирать, или же думать о том, как мы можем прожить какое-то время, несколько лет без, скажем так, без поддержки правительства. Ну, это как один из вариантов. Поэтому, друзья, вот то, о чем я хотел вас предупредить. Я не знаю, может быть, было немножко сумбурно, потому что я специально не готовился. Думаю, вышел в лес, и понемножечку мы как бы поразмышляли на эту тему. Вот. Не помню, что-то еще хотел сказать. В общем, к чему все это я веду? К тому, чтобы мы бодрствовали и молились. Это то, в принципе, о чем нам и говорил Иисус, чтобы мы бодрствовали и молились. Поэтому спасибо Господу, слава Господу за то, что Он дал нам возможность немножко пообщаться, да. Скоро мы будем пытаться выходить в прямом эфире в лесу, да, я буду пытаться. Это сейчас делаю такие пробные видеозарисовочки. Ну и молитесь, друзья, молитесь друг о друге, молитесь обо мне, о моей семье. И пусть нас Господь всех благословит. До скорой встречи с Господом.